связано с продюсерским центром Аракуни от медиагруппы «Такшин» при финансовой поддержке фонда «Форманных занавесок» представляют безобразно единообразный фантастический бомбический героический зомбический сериал «Ездячие мертвецы». Серия номер 45. Хо-хо-хо, ребятушки, девчатушки, как говорил товарищи Громозека, сколько световых лет, сколько световых зим. Я вас категорически приветствую на своем канале Жук-Муравейник, с вами дядя Саша, великий и ужасный. И ты мне уже скажешь, да какой сколько зим, ты только вчера видос по этой игре опубликовал. Да, все правильно, но были-то они записаны много, сразу вперед 4 или 5, поэтому на самом-то деле я давно новый видос не снимал по этой игре. Так что немного даже, так сказать, заскучал. Так что сейчас мы с вами по-быстренькому продолжим, потому что мне даже уже тешится руки покрошить немного зомбари, поехали. Так, ну насколько мы помним, а это я где вообще? А, к Мишке приехал. Я начал новый круг. Я прошел все 5 кругов, как мы с вами помним. Ух ты, блин. Этого же надо убить. И начал новый круг, да? И вот я что тут подумал. А, наверное, это персонаж у меня, если до вакцины доберется, и сдохнет, скорее всего. Я же не выбрал максимальную сложность. А, наверное, если не выбираешь... Да, блин, да твою дивизию. Если не выбираешь максимальную сложность, то... От вакцины, наверное, он подыхать будет. Хотя, не знаю, может, не будет. Ну, ладно, разберемся, короче. Будет он от вакцины подыхать, не будет. Поэтому на ваши комментарии я адекватно не мог реагировать, поскольку все уже серии у меня были записаны. Все, что вы мне писали, вот это только новые 45-е. А последние 4 или сколько их там, 5, они были записаны массово. Так, ладно. Поэтому не все ваши, многие даже полезные комментарии применить я мог в игре, так сказать. Так, Миш, что тут у тебя есть интересного? Ну-ка показывай, ну-ка показывай. Открыть магазин. Батарейку. Ну, батарейку, конечно, надо купить. Патроны, да, конечно. Ружейные, да, конечно. Гранату, да. Ну, кольты и все очень проще. Это мы у тебя покупать. Это так. Ага, трубы я тебе продавать не буду, Миш. Трубы нам самим нужны. Так, оружие дальнего боя. Что там тебе продать ненужное? Ну, вот эти тауроны забирай. Огнемет 9. РПХ 9. А Кольтецкий? Да, Кольтецкий я тебе, пожалуй, продам. Так, что там по обвесу? Обвес у нас беспризорного нету. Так, что там по карманным предметам? Что там Миша загнать? Я вот вообще почти не пользуюсь травами. Я, правда, не знаю, зачем я это Мишу продаю. У него все равно ничего не появится за 1000 знаний. Вот если бы у него что-нибудь появилось... Ой, что, гранат, что ли, начал продавать? Не, не надо гранат продавать. Так, да погоди, а что там выкупить? А где выкупить? А выкупить. Во, выкупить. Эти гранаты успел продать, Миш? Продал ли я тебе гранату? Не, гранату я ему не продал. Либо ее не выкупишь. Ну ладно, не важно. Да вроде здесь все есть, что я ему продавал. Так, продать. Разное, разное. Так, лом 9, изолента 9, взрывчатка 9, карманные предметы, кабанячий корень. Миша, забери, пожалуйста, кабанячий корень. И энергетик тоже. Я говорю, если бы у него со временем можно было бы что-нибудь покупать, что стоит 1000 знаний. Но такого у него нету. Так что... Ай, нихрена себе, Шурик. Да ты их бьешь вручную. Да как что-то я... А, оружие ближнего боя. Так, мне надо верстак найти, чтобы сделать боевой топор. То глянь, они меня бьют. Они меня бьют, Ватсон. Это не годится. Так, а как у нас тут... Ага, здесь где-то антивирусол имеется. Где-то имеется антивирусольчик. А, в саду, я понял. Антивирусол в саду. Так, Миш, вот эти кирпичи продам. У саду. А вот тут он обычно стоит. Вот тут вот с краешку вон там. Тетя к нему подошла. Тетя, тебя не обслужат. Тебя не обслужат, не лезь. Можешь не суваться. Вот ваш сколько много-то. Так, и тетя тоже глушануть надо, она глушенная. Точнее, добить, не глушануть, а добить. Так, ухо. Так, ну, понятное дело, это я заберу себе. Так, что там, верстак типа огонь? Еще каких-то, ну, неизвестности, я думаю, это вероятнее всего будут. Ну, что там будет? Ну, наверное, да, канистры должны быть, по идее. У меня бензина-то нету, да, бензина нету.
Так, ну мне бы верстак. Я бы себе боевой топор бы сделал. Нормально так отбросил чувиху. Так, батарейку мне дайте. Дайте мне... О, у вас тут как много. Ну, короче, вся тусня вот в этих домах будет происходить. Ну, пошли в эти дома. Так, тут опять какие-то челы уже нарисовались, пробитые палками. Кто же вас палками-то так пробил? Так, а это что такое? Вот это же вот эти вот таблички непонятные, штуки эти вообще. Я думал, их можно будет в будущем активировать. Ни хрена они не активируются. Невозможно ничего такого сделать, чтобы их активировать. А, ну там, короче, очки припасов лежат, я понял. Так, вот вам и... Очки припасов, значит, да? О, батареечка, А, подвал здесь есть, ага. И там, смотри, есть вот эта вот растяжечка, на которую ты... Нет-нет, да наступишь, да. Нет-нет, да и да. Да и таки да. А, погоди, растяжка сработала, да? Ты же на нее уже почти наступил. Ну да, ну да. Так, а, смотри, тут канистра. Погоди, я же очки припасов видел. Ну, правильно, вот тут и очки припасов, и подвал, и канистра. И все тут есть. И все мне... И все мне, 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 еще раз мне. Так, гражданин, подождите. Подождите, гражданин, я тут еще... Я тут еще обыск. Обыск еще провожу. Все, Шурик, ты его укокошил. Не надо его второй раз пытаться укокошить. Выглядит, говорит, неплохо. Слушай, откуда у меня так много гранат с собой? Я, наверное, купил гранаты, да? Так, оружие ближнего боя. Так, трубу, чтобы не исковеркать до конца, мы давай ее. Так, слушай, а у меня нету бинтов, да, у меня только аптечки есть. Ладно, давай аптечку применим. Как-то маловато ресурсов на старте. Но это вообще только вторая точка, ну правильно, да, что-то хотел тут сразу, чтобы тебе... Ай-яй-яй, антивирус, нет, антивирус продлить, продлить антивирус, бер книжку мне. Так, где тут канистра у вас лежит? Где-то она вот тут лежит. Так, а еще какая-то одна точка, говорит, я не облазил. И где-то подвал я пропустил. А где же подвал-то пропустил? А, да вот же он. Что, пошли в подвал? Пошли, конечно. Там сейчас нам весело будет. Особенно, если ты бить будешь не в ту сторону. Ага, тут я издалека вижу, что тут лежит сыворотка. Так, сыворотка. И суперприз сыворотка. Антителесов зараженного. Нет, это не сыворотка, это антителеса. Сыворотка это ты потом сделаешь, если сделаешь. Да, это пока еще одна канистра, да? А, канистра еще одна. О, ни хрена себе там сколько всего дали. Я что-то даже разглядеть не успел, сколько мне там всего дали. Так, ну а что мы с тобой вернемся еще за одной канистрой? А сейчас глянем, я сейчас автомобиль, суперприз автомобиль заправлю. Да, давай вернемся, пусть будет полностью заправленный. Мало ли что пригодится в будущем. Дают бензин? Бери. Правильно, правильно, бери бензин. Бери бензин, бери бензин, бери, бери, бери бензин. Так, этого должно хватить. О, о-ля-ля, конечно. Нет, ну теперь точно будет полное. Ну что там, осталось 2 единицы топлива. Я что-то не помню, чтобы у меня в канистре была 1 единица. Хотя, конечно, может быть. Все, так, ладно, поехали дальше. Вперед, водищу. Так, текущее положение. Ну что, тогда в убежище заедем, да? Ну, можно сейчас быстренько пролететься, поэтому... Мне кажется, надо подробно изучать затонувший город. Там я как-то вот по своей игре больше всего находил всяких брошенных штук. Вот я еще барот не находил, топор боевой, кувалду, по-моему, какую-то, кажется, или нет, вот что-то кувалду, ладно, неважно. Но топор точно и барот. И вот, по-моему, все я, когда вот эти перки я себе покупал, или как их назвать-то, брошенный предмет, но будем называть их условно перки. Вот двухбарабанный магазин я там находил, петушар у меня там, по-моему, первый раз попался, или нет, петушар у меня попался, по-моему, на пункте скроса первый раз. По-моему, да, он на пункте скросса мне попался. Так, еще... А тут еще канистра есть. Ну ладно, короче.
Хотя, может быть, это рандом и где угодно может попасться. Просто в затонувшем городе до хрена ящиков всяких, да? Ну да, там очень много ящиков на этих на военных объектах. И в них могут быть все эти... Вот тут вообще, глянь, ничего. Так, охотничье ружье. После жаркого лета электроника. Это мы, значит, сейчас себе батарейку сделаем. Так, это мы включим. Так, это мы ветошь. Это мы, что у нас там, аптечка. Это у нас тут нихренечка. Так, это костёк. Так, ну в костге мы можем сделать что? Да ну, нам надо сделать себе пропана. Что упало, то пропана. Так, а что нам не хватает для пропана спирта? Так, баночную бомбу можем сделать. Давай сделаем, пусть будут они. Я люблю метать баночные бомбы. Лекарственные травы. Лекарственные травы. Ну давай сделаем, пока ты их не продал мишки все. А то сам говоришь, у меня бинтов нету. Вот все травы. Травы себе сделай. Негодяй. Ждем появления Барретта. Ну просто интересно поглядеть. Будет ли он убивать больших дядек, типа бронированных? Или же Найн? А, кстати, боевой топор. Да, давай сделаем боевой топор. Для этого нужно что? Для этого нужно детали оружия ближнего боя. Вот он. Детали оружника ближнего боя. Теперь мы все делаем боевой топор. Не, боевой молот не буду делать. Батарейку, да. Кольтецкий починить. Да нахрен он нужен. Так, значит, мы делаем кастет, он из лома и ветоши делается, да? И потом делаем клинки, да, вы мне там пытались активно пояснить, что я зря так много деталей. Да, я что-то... Ага, все, оружие нельзя. У меня металлолом кончился. Клинки отменяются. Ватсон, клинки отменяются. Ну хорошо, мы сделаем клинки в будущем. Так, здесь все, больше ловить нечего, поехали отсюда, тачку чиним. Ладно, пока с боевым молотом погонзаем. Тоже ничего. А дальше будет видно. Так. Жилой район, улица. Будем на улицу заезжать? Или сразу? Да не, поехали сразу. Ну что я там по этой улице шарохаться зря буду? Что ты думаешь, ты там что-то такого прям найдешь уникального? Вот тут, может, найдешь. Не хочу, поехали, все. Поехали дальше. Что тут у нас? Ну тут большие. Большие чуваки. Так, давай с обвесом разберемся. Ответственный обвес. Лазерный целеуказатель. Ну давай мы сейчас с РПХи постреляем. Так, тут у нас что? Что-то такое ощущение, что нет никого, да? Как-то тихо прям так. Ага, вон они стоят. Ага, нет никого. А вон, смотри, какая толпа. Сейчас гранатками. Сейчас им гранатка прилетит. Эй, толпёшка. Ловите гранатотёшку. Так, гранатотёшку, говоришь? Да, гранатотёшку. Не, а может, всё-таки не гранатотёшку? А может, и не гранатотёшку? Тогда давай бомбёшку. Бомбёшку вот так вот. Ну, бомбежку не убойность меньше. А они там бронированные, как ты видишь. Чш, долетело, да вроде долетело. Бабах. Кабум. Кабум. Так. Вот сюда бы, да, что-нибудь кинуть. Там их, смотри, как много. Патроны на них, чтобы не тратить. Им надо гранатежку тоже, бомбежку. Оба, долетало. А можно потом вот такую кинуть. Он там большой жалуется, когда рядом с ним что-то взрывается. Он говорит, ууу, все там, всех убило. Не, большой там еще где-то стоит. А, он вообще за решеткой стоит. Че, большой? Ты своего! Ты в курсе, да, ты своего бортанул? Братана бортанул. Бартоломью. Да. Так, ну чё, сразу запускаем эту шарманку. Да, давай шарманку запустим. Оу, шарманочка. Сейчас ко мне все прибегут. Ну зато хоть светло станет. А то темно, как у картины Малевича «Чёрный квадрат». Обманули, не дали ни хрена. А я так рассчитывал на капельмейстера, а мне его не дали.
И тут только один антивирусол у меня. Ну что же, я вас всех категорически приветствую. Значит, красный ящик мы вот это с тобой открывать не будем. Не, нельзя. Нельзя никак его открывать, Александр. Александр, Александр. Нельзя. Капельмейстера не дали, поэтому красный ящик 9 открывать. Так, у пацанов ни хрена нету. Так, ну вот он, антивирусол. Но просто придется батарейки, да, на антивирусол пока тратить. Ты видишь, мне антивирусол решили не давать в этот раз. Так, коллиматорный прицел, взрывчатка. Ни хрена. Спортивная винтовка. Я, конечно, благодарен вам, но я уже с этих спортивных винтовок настрелялся. Вообще, от души. Вообще, брат, от души настрелялся с них. Не хочу я больше с них стрелять. Тем более, когда у меня есть РП. Он же ручной пулеметатель. Поэтому мы будем с РП понемножечку палить. Ага, антивирусол кончился. Пока удается сдерживать напор инфекции, но скоро мне перестанет это удаваться, потому что... Так, пацаны, вас тут очень много. Вот вам гранат, пожалуйста. Всех порвало? Да, всех. Ну ладно, а этих... Эту парочку я, пожалуй, пристрелю. Итак, две батарейки. Слушайте, я вас тут много укокошил. Хоть у кого-то должна быть батарейка. Ты глянь, ни у кого нету. Пока что. Ладно. Вот этих, которых тут всех я пострелял. Не, ну это я открывать не буду, понятное дело. Еще вы мне дали неплохой совет делать страховку снаряжения. Вот. И рассчитывать на то, что я не помру. И чтобы в следующей катке, в следующую шкатку можно все с собой перенести. Если ты не помрешь, у тебя все останется. Это именно если страховку ты приобрел. Ну да, в принципе. Если очков много, можно каждый раз теперь ее брать. Уже прокачивать особо нечего. То есть, если катка завершилась удачно и много батареек осталось. Иногда бывает, что батареек до хрена. Слушай, что-то я тут всех поубивал, а у них ничего в карманах-то не было. И в ящиках тут ничего не лежит. Так, понятно. Ну а где? Где мой барит? Где мой боевой топор? Где вот эти вот все прекрасные ништяки? Не дали. Понимаю. Сказали, обойдешься. Так, везде был, да, везде был, все. Ну, один только антивирусол нарыло мне выдали в этот раз. Не шибку это. Козырну там. Да вообще это вообще не козырну. Не шибку никак. Давай ржавых консервов пожрем. Они нас кацанут немного, зато мы банку получим. Давай еще одну сожрем. Ай! Ай, как по. Как хрено. Ай, как хреново. Зато мы теперь все две бомбы сделаем, ага. Понятно, да? Но они, правда, коцают совсем мало, потому что, наверное, перк сопротивления травлению высокий. Ну да, они там вообще, смотри, буквально там какие-то копейки забрали. Ну, может, они стамину немного забирают, но... Ладно, поехали. Можем. А на можа нет надежим. Да. Так, кемпинг. Сразу путь. Очищая отцовским мечом. Так. По-моему, вот здесь всегда есть тайничок. Есть. Как же нам с тобой поехать, Шурик? Сельский район, в кемпинг. Сразу заехать в кемпинг. Смотри, кемпинг. Заправочная станция, дом. Кемпинг, заправочная станция, мотель, лес, дом. И в конце Мишка. Ну, сюда обязательно заезжать, потому что военный КПП. Лес. Лес, наверное, нахрен не нужен. Так вот, я думаю, мне в кемпинг ехать. Или в сельский район. Здесь, смотри, больше чуваков. Ладно, поехали в кемпинг. Все, в кемпинг. Не знаю, что там в кемпинге будет. Поехали. А тут хрен угадаешь, где что будет. Это точно. Не, вообще можно как бы посетить как можно больше точек на пути. Чтобы, наконец, найти уже какой-нибудь барит, я не знаю, там... Барик, варик, марик, гарик. Кого-нибудь найти из них. Либо забить на это все. Так, тут у нас большие чуваки. Чё показывает? Показывает. Да, вот чем я не люблю все эти сраные кемпинги. Ага. Что тут вот эти вот горы, косогоры?
Ну что-то, судя по всему, я сюда напрасно приехал, ну ладно. Уж, как говорится, приехал, чё ж теперь-то заднюю-то вчуклять? О, мое почтение! Какие люди без охраны! А флешку вам, если... Опа! Он ругается, когда с ним рядом что-то падает. Он прям переживает. Бу-бух! Да ты здесь все в бошку. Ой, там прыгунец еще. Сраноухий. Дядь, ты вылезай там оттуда, да? Че ты там внизу-то буйствуешь? Ты давай вылезай. Вот дебил, а? Вот же ж дебил. Всю голову себе разбил, а? Вот попадет же такой клоун, да? Ни хрена себе, ни хрена себе. А что так много? Да. Их очень много, Шурик. Прям что-то какое-то... Ну-ка, лом. У меня антивирусол кончается, пацаны, девчонки. Че мне ваш этот лом? Так, тут где-то прыгун был сраноухий. А батарейку кто-нибудь даст? О, ха-ха. Прям смотри. Так, прыгун сраноухий. Ес, а вкусь это он. Так. Дробовик поломанный. Не, тебя я, пожалуй, буду в рукопашную закапывать. У меня уже патронов. Ой, женщина меня стукнула. Ой, меня женщина стукнула. Блин, вас много, пацаны. Чего вас так много-то? Ветошь. Так, вот тут должны быть кровь и ухи. Да. Так, эти все валяются. Там он кого-то вниз скинуло. Вдруг у него батарейка? Не пойду. Вдруг. А вдруг у него не батарейка? А, это все. Это все, что достанется мне от тебя. Это все, что возьму я с собой. Да. Ну что, Шурик, нырнем вниз. Вдруг у него батарейка? Ага. А вдруг у него нет батарейки? О, я отсюда легко вылез. О-хо, о-ля-ля. Так. Прыгун сраноухий был зачищен. Так, смотри, вон там какая-то есть тропа. Давай по тропе сходим. Вдруг там что-нибудь... Ну, не знаю, вряд ли, конечно, но вдруг там что-нибудь лежит. Так, смотри, ящичек, в ящичке спирт. О, смотри, спирт. Ха-ха, спиртяга. Я вот что хочу. Почему они не сделали, когда проходит 5-5 кругов? Хотя это будет неинтересно. Но, в общем, нет возможности делать какой-нибудь самодельный себе антивирусол. Ну, который хоть не полностью будет тебя, конечно, избавлять. Ну, хоть как-то там, не знаю, там на 50%. На 50% хотя бы будет. Так, что такое, я не понял. Я хотел лекарственных трав принять. Хоть на 50% тебя там как-то улучшает жизнь твою. Чтобы ты говорил, в общем, Ваня, жизнь моя теперь не полная фигня. В общем, в кемпинг я заехал напрасно. Напрасные слова вы в кемпинге говорили. А тут женщины. Все, антивирусол кончается. Действие его кончается. Кстати, у меня Зина. У меня Зина только до следующей ровно площадки. И дальше я вообще никуда не смогу ехать. Никуда вообще не смогу. Поэтому ты должен ответственно сейчас решить, куда ты дальше поедешь. Я поеду вот по этому пути. Мы выбираем сложный путь, опасный, как военная тропа. Здесь вам не курорт, здесь вам ни хрена. И давайте вы лучше сложный путь выбирайте, да. Поехали. По легкому я уже ездил. Что-то у меня, правда, есть подозрение, что у меня персонаж помрет от сыворотки. Потому что я не максимальную сложность выбрал. Хотя, не знаю. Может помрет, может не помрет. Блин, опять дали мне всратый тайник. А вас тут много, да? И вы даже без тельняшек. Вас много, и вы без тельняшек. О, прыгунец. Прыгунец, ты меня называла. Прыгунец, ты куда заднюю включил? Ну вот я ж по тебе стрелял. Я ж по тебе паразиту стрелял. Почему? Такой прекрасный ручной пулемет. Понимаешь? Прекрасный ручной пулемет. Калибра 5,56. НАТО. Почему никакого ОДП у пули нету? Почему он тебя не останавливает?
Почему ты можешь на меня совершать бросок? Ты же весишь. Ну, сколько ты весишь? Ну, допустим, ты весишь. Ни хрена себе! Ну, хрен ты сам 80 килограмм весишь. Ну, 100. Но я же в тебя очередь из пулемета дал. Не одиночным даже, а очередь. Понимаешь, очередь. А ты как летел, так и продолжаешь лететь. Даже не нызенько-нызенько, а нормально. Ну что это такое? Ну что это такое? Где ОДП? Ты же в конце концов не слон атакующий, которого только с нитроэкспресса можно остановить. Ты же весишь. Ну килограмм 100. Ну какая там у тебя скорость? Ну какой ты там с кинетической энергией на данный момент обладал-то? Ну я всяко думаю, пуля такого калибру вполне могла с успехом с этой кинетической энергией справиться и выдать ей нормальное противодействие. Я так понимаю, антивирусол у нас здесь нет, да? Вот там есть какие-то неизвестные. Так, это церковь. Так, антивирусолы, антивигусол. Антивигусол советского посола. Так, Советского Союза. Посол советского. Ну, здесь стоит верстак. Ну, ясен хрен. А, рация. Рация. Включу, чтобы зубаки послушали на досуге, да. Зубакам рацию надо включать. Им скучно. Им скучно одним вожака брать. Им нужна рация. Так, чистой воды выпьем еще. Ну и давай на всякий случай. Не надо образец зараженной крови использовать. А вот немножко здоровья подлечим. Так. А локация какая-то малюсенькая, да? Слушай, а вот этот вот дом тут, дом, полная чаша, или где он? А, он за пределами локации, да? А, ты туда не зайдешь, да, он за пределами локации. И в тот дом не зайдешь, он тоже за пределами локации. Так, валить отсюда надо. Тут какой-то холодильник одинокий стоит. В нем даже спирта не положили. А, извиняюсь, вас тут двое было. У меня сломался мой прекрасный боевой молот. Смотри, а тот оглушенный лежал и помер, короче. Я его так и не добил. Недобитка такого. Тут что, подвал какой-нибудь будет. Или я не знаю, что. Да, не знаю, ну что, да канистра. А, слушай, да, у меня же бензин вообще кончился. Мне нельзя без канистры. Иначе я вообще поехать не смогу никуда. Даже до богом забытого места не доеду. Глушитель для пистолета. Благодарю. Это класс. Это класс. Ну что, быстренько эти трейлеры сейчас лутану. И нафиг отсюда. Ну, могли бы и спирт из холодильника выдать, между прочим. Ну, короче, так себе райончик. Ай, погоди, что ты кругом бегаешь. А что она сказала по поводу канистры? Мне понравилось, сколько там топлива, что-то я прочесть забыл. Почему она? Да вроде она, вроде кряхтит, как она. Ржавые консервы. То есть я, блин, сожрал один раз консервы ржавые, и все. Теперь меня ими будет почивать до конца катки. Типа, а, он жрет консервы ржавые. Так. Все, валим. Машины чинены, ну, практически, да. Значится, что, Шурик? Да что, антивирусол нам подавай. Подавай нам антивирусол, понимаешь? А я вот теперь спецом буду как кланяться каждой полустанку. Это я здесь, мотель. Поехали в мотель. В мотеле иногда стоит этот грузовик типа Урал, или как он там называется, на которого на кузовке. Да, вот тут он посередине должен где-то стоять. Или Хаммер стоит. И у него есть диспенсер, который выдает антивирусолы. Говорит, на! О, ночью. Ночью отстой. А что у меня такое оружие дальнего боя? Есть у меня какая-то ППХ? Блин, один из патронов в нее. А как охренеть вообще? А, у меня по 9... Ой, прыгунец. У меня по 9 миллиметров ничего нету. Вон в чем проблема. Так, ну да, знаков-то вопросов тут много.
Так вот рассвета хрен будет. Ой, еще один прогулялся. Я лучше за дверью укокошить. О, там большой ходит. Большие чуваки. Так, большому чуваку большое плавание. Блин, это не он. То есть это я не ему кину. Он внутри стоит. Большой, выходи. О, бабах. Ой, ты как раз на гранате стоял. Домой, домой ж ты ж наш. Ты прям на ней стоял. Все, минус. Шестеренка. Пятеренчатая шестеренка. Знаменитая пятеренчатая шестеренка. Здесь однозначно будет... так, это замок. Как открывать надо. Здесь однозначно будет где-то тайничок. Изолента. Ну, изолента, в принципе, нужна, чтобы всякие там кастеты себе монстрячить. Ветошь. Так. Мотель. В мотеле много чего обыскать можно. Но толк это иногда дает мало. Так, тут вот эту штуку нахрен сбить. Сразу, где она там есть? Чтобы она больше... Чтобы я на нее не нарвался. А то же у меня... Ой, погоди, Шурик. Да блин! Да твою дивизию! Ой, огнетушитель пробитый! Ребята, у вас огнетушитель пробитый! Так. А что у меня там хисов нету при себе? То мне там говорили их раскидать. А вот и вот когда появилась идея с хисами, а хисов-то и хрен есть. Да. Идея есть, хисов нету. Хисы есть, идеи нету, как их использовать. Вот так оно всегда. И как называется, хочешь, так и живи со всем этим. Да, товарищ? Да, товарищ зомбарек? Вот так-то. Ну, у этого чучела должны быть ухи. Я вот это выбивал, когда меня пытались избить. Избить в спину. Ни хрена вообще нету. Так, а тут что за чучело распростертое лежит? Ух, с ушами. Чучело с ушами. Так, а это что? Еще одно чучело? С ломом. Чучело с ломом. Так, кирпичи. О, кирпичи, если ими можно неплохо барыжить. Будем барыжить стройматериалами, мишки продавать. Он охотно покупает кирпичи. Загрязненная вода. Так, вот какой-то мини-склад. Мини-складское помещение, где я могу... Так, ничего не получил. Ничего не получил. Ну и все на этом. Так, да, там тайник. Он, скорее всего, за этой... Ага, и вот тут вот какие-то неизвестные объедки, к которым я сейчас приближусь. И что-то надежда на антивирусол, естественно, уже она все тает, тает, тает. А, ну это вот, за решеткой. Я ж тут этого укокошил. Прыгунца. Так, батарейку дали. Так, прыгун сраноухий. Так, погоди, а тут же я убил прыгуна сраноухого. Почему его тут мне не дали облутать? А потому что там его, наверное, перекрыло. Так, это можно спрятаться в коробке, говорят. Здесь верстак типа огонь. Нет тут, короче, ни хрена, Шурик. Я понял. Лутаю дом, валю отсюда. В общем, подлокация горы. Точнее, локация горы. Локация горы. Она меня не хочет одарять ничем приличным. И это печально. Антивирусолом меня одаряет. Для боевого топора нет деталей оружия ближнего боя. Да, ладно, хватит. Сейчас трейлер зачищу. Поехали. А, погоди, тут вот что-то еще можно... А, это надо внутрь зайти. Вдруг там что-то ценное. А, нет, это на улице. Это ценное на улице. А, это прыгунец сраноухи. Блин, а там дверь открыта, точнее, ворота открылись так, что я хрен могу обойти. Так, парни и девки, я уезжаю. Я посещаю каждый полустанок, но мне на этих полустанках вообще ничего не выдается. Слушай, ну вот пошли в дом еще вон тот сходим. Ну пошли, пошли, в принципе. Я там еще, у меня еще первый даже
Ячейка мутациями не заполнилась. Ну давай, походим по дому. Ну вдруг там, не знаю, что-то лежит. Ну там топор боевой где-то прячется. На растяжку бы на это не нарваться. Но ее вроде тут пока нету. Главное, чтобы тебя никто не куснул. Ну, было бы неплохо, да. Нет, это она стоит на ступеньках. Где можно... Да блин! Вот ни хрена не видно вот с этой стороны, куда идти. Вот она что-то прыгает все время. Угу. Еще, как оказывается, я стремился к тому, чего нет. К тому, чего не может быть. Шестеренки. Ну, я зубчатыми топорами не пользуюсь. Или молотами, как они там называются. Я предпочитаю что-нибудь полегче. Воу-воу, полегче. Вот, что вы мне коктейли Молотова даете готовые? Вот зачем они мне? Вы мне дайте спиртику. А уж коктейль делать или не коктейль, я сам решу. Слушай, так много обыскать я тут могу, но абсолютно пустота. Абсолютная. О, батарейка. Так, что там, уже 7 батареек, слушай, ну да. Тут вечная такая история. Куча батареек, нет антивирусола. Куча антивирусолов, нет батареек. Только взялся за яйца, молоко пропало. Так, а вот, кстати, Хаммер стоит, да? Нет ли в нем чего-нибудь забавного? В нем есть умб осколочный. Ага. Ну, хоть что-то. Может, глянем тайник? А чё тайник? Чё его глядеть? Поехали отседова. Нечего глядеть, Шурик. Нет там ничего интересного. А, нет, слушай, он уже мертвый. Да я что-то вижу фиолетевенькое, думаю, вдруг живой. Не, он того, этого. Негодный уже. Умбосколочный будем применять. Так, обвес. Ну, можно его, конечно, нарядить на мою РПХу. К нему еще патронов много. Так, ты тачку не заправил. А, не, заправил. Извиняюсь, зря быканул. Я ее заправил. Видишь, он говорит, полный. Да. Извиняюсь, полный бак. Так, текущее положение. Лес. Поехали в лес. Поехали в лес. И в лес поехали. Слушай, ни тайника, ни хрена, ни антивирусола. Какой беспонтовый нынче район горы. Ничего в них нету. А, опять какая-то... О, большой рядом. Тебя сейчас может укокошить. Ладно, мы его сейчас найдем. Что сразу укокошить? Что прям укокошить? Мы вообще сейчас для него... Для него, для него. Огнемет возьму я в руки для него. Не-не, ни хрена себе! Ну блин, да какого хрена-то? Все, всех убил. Фига мне это выдали. Вот это мне выдали, блин. Оплеух. В две руки, понимаешь? В четыре руки тут начали играть на баяне. Не, это мы, нам такого счастья не надо. Как-то я некорректно тебя поджег, приятель. Некорректно. Где ты там? Это он, что ли? А труп его где? Вот он. А еще огонь замер. Понятно. А я-то думаю, что они меня так бьют? А оказывается... Тихо. Оказывается, мой огонь. Блин. Твою дивизию. Ты еще ударил так больно, паразит. А вот это проститутка. Так, тонизирующие травы. Нет, нам лекарств не нужны. Нахрен от меня все. Близко не подходить. Поубиваю всех. О, Шурик, там... Там чуваки. Я вижу. Ты откуда? А тут, кстати, ничего и нет у них. Они тут охраняют. Хрен пойми что. А, бочку взрывающуюся, да. Красивая взрывающаяся бочка. Так, там какие-то два вопросительных знака. Так. Где этот аппарат-то? Я его хрен вижу. А, вот он.
Че, я по нем не попадаю? Твою дивизию, я по нем не попадаю. Я хотел его нейтрализовать. А мне говорят, у меня патроны кончились. А нам говорят, что катит. Короче, гипотенузы. Аптечка, бинты. Ну, что-то я как-то рассчитывал на тебя, Саид, что я здесь больше найду в этом красивом ящике. Так, это верстак типа огонь. Ну, класс вообще. А дальше что? А дальше распомнится воронье. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Я вас понял. Пацаны, кого-нибудь убьет? Убило всех, да? Да. Канистру мне дали. Почти наполовину полную. Вот. Заехал я сюда. Избили меня здесь. Вот, ни за что, ни про что. Мутации поднаградили. И можно отсюда пытаться вылезти. Но это что-то куда-то не туда пошел. Я уже понял, что что-то куда-то я пошел не туда. Так, ну это от чистой воды выпью. И еще раз чистой воды выпью. Ну что, убежище меня ждет. Если ты, конечно, отсюда вылезешь. Чего? Да ну на! Ну ты че? Ну как? Ну как? Ну че? Ну хватит. Ну глянь, оно отсюда вылезти не может. Ну а если аккуратненько с краешку пройти? Ой, да не может быть такое. Она вылезла. Да спасибо тебе, а то мне что-то перезаходить неохота было. Вот как залезет куда-нибудь. А нехрена лезть куда не следует. Да блин, откуда я знаю, следует туда, не следует. Че, разбираешь, что ли, куда тут следует? А патрон-то к финителя комедии подходит. Тихо. 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 Оружие дальнего боя, оружие ближнего боя, кухонный ножичек. Тихо, пацаны. Не подбегать ко мне такой толпой. Так, валим отсюда. Так, а карманные предметы ржавых консервов давай пожрем. Они вообще это питают меня хоть чуть-чуть. Есть от них хоть какой-то толк, кроме того, что они меня коцают. Так, ну бинтом давай. Пронивелируем действие ржавых консервов бинтом. Так, ну машина у нас, как всегда, заправлена. С топливом проблем нету. Есть проблемы с антивирусолом, зато батареек 7 штук. Сейчас в убежище еще, может, что-нибудь отхвачу. Правильно. Правильно. Ну вот тут, короче, я что-нибудь отхвачу. Надеюсь, отхвачу что-нибудь положительного, а не отрицательного. Так, убежище. Ну, тут могут батарейку дать или там, не знаю, что там могут дать. Там могут дать электронику, а могут ни того, ни другого не дать. Иногда патронов, ну, по-моему, в убежище редко бывают патроны. Мне кажется, мне редко патроны в убежище выдают. Я что-то вообще не помню. Вот кабанячий корень здесь всегда растет. Топор вот тут может быть. Вот тут вот бывает топор. Но в этот раз нет тут топор. Сказали, обойдешь си, без топор. Так, автомобиль, суперприз автомобиль, можно в капоте покопаться, лом оттуда вытащить, точнее в подкапоте, не в капоте, а в подкапоте, в подкапотне. Ну канистры тут у вас должны быть, какие тут у вас неизвестные объедки, вон, ага, и еще капсулу, кстати, да, вот я смотри, я Ой, ты ж, я думал, куда это я наступил. Слияние. Получаете 1% при каждом попадании оружия ближнего боя. Пробивной. Вместо переката вы теперь делаете рывок. А, вот это вроде ничего, так перк прикольный. Рывок, да. Им даже можно большого оглушать. Прикольный перк. Только им надо как-то научиться пользоваться. Так, все. Канистру взял, антитела взял. Теперь тут быстренько. И поехали уже наконец-то в те места, где антивирусолы дают бедным людям. Чего в убежище антивирусол не даете, а? Детали оружия во ближнего боя. Боевой молот мне по-резкому. Точнее, извиняюсь, топор. Еще раз детали оружия во ближнего боя, чтобы с кастетом их соединить.
и сделать себе клинки. С клинками-то я, эх, красавец сейчас буду. Зубчатый молот, да ну в задницу этот зубчатый молот. Так, пока харе, пошли дальше. Что там, электронику? Электронику какую-нибудь выдадите или как? Или хрен там плавал на спине по Финскому заливу? Банка. Это медицинский ящик. Это ящик, в котором могут быть вот патроны. Да, что-то электронику мне пока не дали. Не дали. Ладно. Так, а где у нас верстак типа огонь? Вот он. Что там насчет пропана? О, бомб 5 штук зато могу сделать. Закидающая всех бомбами. Главное, не под ноги себе. Но это я обещать вам не могу. Я постараюсь, конечно, под ноги их себе не кидать. А что по пропану? Не было этого, да? А, спиртяги не попадалось. Спиртяги не попадалось. Да ты смотри. Слушай, а у меня патроны 9-миллиметровые есть, я так припоминаю, да? А ствола 9-миллиметрового у меня пока нету. У меня все только под 45-й. То, что пистолета пулеметная. То, что ПП. Так же? Ну, проверим еще раз. Оружие дальнего боя. Ну да, это UMP 45-й. И все. А это тоже под 45-й. А боеприпасы 9-миллиметровых. А, нет, 9-миллиметровых у тебя 12 штук. Понятно. Ну, короче, шляпа. Короче, шляпа. Шляпу он носит на Панаму. Тогда, Александр, берите боевой топор. Ну и, собственно говоря, сейчас будете крушить налево и направо. Налево она и направо она. Я могу сюда поехать? Не, я вот так поеду. Хотя вот здесь, мне кажется, есть тайник, который с ноги открывается. Но мне уже теперь тайник не нужен. Хрен с ним, патронов мало, мне нужен антивирусол. Патронов мало, патронов нет, но выдержись. Во, военный КПП. Можно сразу пойти открыть пункт скроса, созвать их всех к себе. Они вроде даже взрывмейстеры эти, когда подбегают к выложенным из мешков ограждениям. Они не взрываются, а бить пытаются. То есть их можно в рукопашку. Тут тоже капельмейстера нет, прикинь. Капельмейстера нет. Охренеть. Ну вон там антивирусол есть сбоку. Это, конечно, подстава. Ну ладно. Давай мы их всех соберем сейчас сюда. О, как батареечку мне дали, да? Раз и дали. А, это я рывок сделал, как-то я сквозь нее прошел. А здесь большого, скорее всего, не будет. А прыгун? Ну, а прыгун поглядим. Да, капельмейстер хрен есть. Спасибо, конечно, за такую подставу. Так, оружие дальнего боя. Я могу из дробовика пострелять. От нечего делать. А обвес на него поставить чок. Да? И коллиматор могу на него поставить. Типа я буду точнее стрелять. На тебе, борщ! На тебе, щи! О! Мое почтение, прыгун страноухий. А вот из засады я по вам стрелять могу. Как это ни странно. А он что-то не двигается. Слушай, сколько ж тебе надо выстрелить-то? Ты охренел, что ли? Ты что там, бессмертный, что ли? Что-то мне это вообще не нравится. Ладно. А в него не попадаю, что ли? Да кровь-то вон из него хлещет. Хрень какая-то, короче. Ты паразит такой, взорвался, а ты, говоришь, не взрывается. Да что-то... Я думал, не взорвется. А он взял и взорвался. Так, ладно, глянем, что в ящике нам положили. На... Чего? А, пистолет. Ага, ну, короче, шляпу. Шляпу нам положили в ящике. Так и запишем. В ящике шляпа.
Как всегда, чуваки за забором, которые не могут ко мне прийти. Но это истории старые. Так, давай вот эту хрень. Сработало, чтобы... И тебя тоже вылечат. И тебя тоже вылечат. Прямо сейчас тебя будут лечить. Прямо сейчас и прямо здесь. А будет тебе... Ой, ребят, а кто же вас там запер? Ой, бедные. Беднушки за решеточкой стоять. Где-то антивирусол еще, говорят, есть. Стоять, беднушки, за решеточкой. Не могут ко мне подойти. Хомерок. Хоп, хомерок. Светлана Сергеевна, ты не шей мне срок. Звуки такие вообще. Кто же вас такими-то озвучил? Скажи, кто надо. Но эти, короче, они там всегда. Так, а где антивирусол? А, вот оно. Они оттуда не могут вылезти. У них проблемы. Хьюстон, у нас проблемы. Да, отсюда видно. Отсюда видно, что у вашего Хьюстона проблемы. Так, где я еще не был? Ой, там куча каких-то неизвестных неизвестностей. Ну, там, наверное, канистры. Я не знаю, что там такое неизвестное-неизвестное. Ну, пошли глянем. Что это тут такое у вас неизвестное-неизвестное? Пацаны стоят. Пацаны лежат раскрытые, сундуки стоят разбитые, изумруды и рубины бабах осыпаются дождем. Если хочешь быть богатым, там верстак. О, хисы пошли, там верстак. О, антителеса. Если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами. Так, а что я тут могу себе сделать? Я могу себе сделать детали оружия ближнего боя. А на кой хрен они мне нужны? Я не знаю. На будущее. На будущее. Будущее. Будет же какой-нибудь. Шестерня. Спиртяга. Так. Еще, говорит, канистра где-то рядом. Так я уже одну подобрал. А, вот еще одна. Мне две, наверное, не потребуется. Потому что у меня на... Только не хватает чуть-чуть топлива. Поэтому, я думаю, мне столько нет. Сейчас мы зарешеченную область посетим. Там пацанов много за решеткой сидит. В темнице сырой. Вот, сейчас мы ее посетим. Пацанов всех вызволим. Там, тем более, еще какой-то пару вопросознаков присутствует. Слушай, а что ж там такое? Опять топливо, что ли? В этот раз дали мне так много топлива. Что за вопрос о знаке? Подвалы? Ну, не знаю. О, батареечку дали. А, точно, подвал будет. Уж какая локация большая попалась. То бывает малюсенький. Тут, мне кажется, подвал. А, верстак. Нет, не подвал, верстак. Так, тачка. Почему-то ни в одну нельзя заглянуть. Кирпич. Так, а мне, наверное, надо обойти, Шурик, вокруг. Электроника. Я вокруг стены обошел. Да, пошли и кинем им гранат с той стороны. Ну или бомбу. Просто я потом изнутри не открою. Я только снаружи могу открыть. Как ни странно, ворота открываются вот эти. Только снаружи. Да, видишь, вот тут пацанов сколько. А изнутри их хрен откроешь. А вот так устроено, я не знаю почему. И лучше отбежать, вдруг это сдетонирует. Ну вообще она не должна сдетонировать. Вообще сдетонировать не должна. Так, всех укокошило. Всех укокошило. О, любители поесть. И РП выпали. Здесь верстак типа огонь. Ой, чуваки, я что-то это... Я на бомбе оказался. Ну и что тут? Все. Нет, еще какой-то неизвестный район. О, еще батарейку. Еще какой-то неизвестный участок есть. Очень интересно, а что там еще такое неизвестное мне подсовывает? Обман? Не то подсовывает. Что мне там подсовываете? Лом. Слушай, лом 100 лет не находил. А нельзя лом ни с чем скрестить с деталями оружия ближнего боя? Лом не скрещивается, сейчас проверим. Но я думаю, нет. Я думаю, найн. Компенсаторов вы мне дали много, только мне столько не надо.
Нечего мне компенсировать в таких размерах. Так. Алло, мне даже не разрешают туда положить. Понимаешь, да? Он туда не кладется. Ну, ладно. Нельзя лом сделать. 8 батареек. Куртка замшевая тоже 3. Так, а что там за вопросительный знак? Это что тут я еще не разглядел? Еще один антивирусол, но это вряд ли. Там знаешь, что может быть за вопросительный знак? Второй замок на решетке. Нет, этот замок должен отображаться. А, так, погоди, здесь все закрыто. Не понял. И что у нас отображается в результате? Был вопросительный знак. Верстак, что ли, еще один? Ну, получается так, верстак, наверное. Ну, вроде все. А, ну это вот... Да, вот этот верстак отображал. Все, я понял. Все, я понял, это еще один верстак отображался. Верстаков тут понаставили, конечно, от души. От души, бро. Мне столько верстаков не треба. Так, ну что, к Мишке поехали, да? Мишка, мы наконец-то приехали к тебе. Мы к вам приехали сейчас. Привет, панджур, Михан. А антивирусол-то опять действие заканчивает. Батареек полные карманы. А антивирусолов хренушки с маслицем. А что делать? Ничего, двигаться дальше. И опять бара-то нет, молота, топора боевого нет. Ну, хотя бы день ясный. Подарунок буржуи держите. О, рация где-то квакает. О, пусто! Мое почтение! Ты отвидал, товарищ зомбарь? Нет, ты отвидал? Рация пустая. И хаммер пустой. Я, конечно, сейчас вот этой стрельбой из дробовика их всех сюда созову. Да и пофигу, пусть приходят. Пусть приходят, мне все равно. Ну как? Ну как все равно? Ну, я думаю, что мне все равно. Заклинил дробовик. Или уже не заклинил. Женщина с монтировкой, которую никуда не вложишь. Так, батарейку дали очередную. Слушай, ну тут антивирусол должны быть. Помещение огромное, то есть не помещение, а локации. Должны так быть, по идее. К бабу заклинила, она опять тут это вылезти не может. Тянет, потянет, вылезти не может. Там, смотри, там будет, конечно же, не антивирусол. Да, конечно же, какой нахрен антивирусол? Там будет, скорее всего, верстак. И, вот так, большой где-то рядом. Где-то рядом большой. Он рыкнул. Ну, по крайней мере, показалось, что рыкнул. Ага. Угу. Прыгун. Знаменитый сраноухий прыгун. У моих вальников начальник и мочало командир. Так, тут у нас что? Тут у нас верстак и бомба, и бочка, в которую лучше, Шурик, не стрелять. А почему же она от гранаты-то не взорвалась, а? Почему она не взорвалась от гранаты? Еще есть неизвестные? Есть. Еще один верстак. И подвал. Так, и вот тут что-то неизвестное есть. А, тайник. Ну что, пошли в подвал. Там должен быть антивирусол. На такой большой локации он просто обязан. А, подвал здесь будет вот тут с краешку. Да, вот он. Так, включаем свет. Включаем свет. Луна проснется. Так, надо наесться. Так, для ручной драки у нас вроде как еще мой топор самодельно боевой не изношенный. Так, ну чё, лампочку я включил. Так, среди вас вроде больших нету. А, ну с той стороны кто-то есть.
Да, кстати, с той стороны кто-то есть. Да блин, вот как вы меня укусить-то умудрились, а? Я же вас бил, собак таких. Какого хрена вы меня тут кусаете? Антивирусол есть? Есть. Знаменитые приколюхи. Ладно. От дяди Сашухи под названием «Кинь гранату в бункере». Ой, это я люблю. Это мы любим. Кинь гранату в бункере, это нас медом не корми. Так, тут вообще еще, смотри, антитела лежат. Кинь гранату в бункере, это наша тема. Ой, это как раз антивирусол себе новый получил. Кинь гранату в бункере. Ой, аптечек аж 22 штуки, ни хрена себе. Теперь можно ими лечиться, а не бинтами. Они, правда, применяются очень долго. Ну, не знаю, будем собирать сыворотки этим, точнее, антителеса, потом делать сыворотки. Может быть, если сделать, как Валера предполагает, много сывороток, что-то изменится. Я что-то сомневаюсь. Мне кажется, это все финито. Ну, попробуем. Ну, опять же, ну, сколько я могу сывороток найти, точнее, не сывороток, а антител? Это же рандом. Первое. Второе, тогда вообще надо ни одну локацию не пропустить же, чтобы... Ну, тогда наверняка найдешь как можно больше. Потому что тут мало того, что рандом, так еще какие-то локации пропускаю. Не в каждую, да я вообще в каждую не смогу заехать. Там маршрут так строится, что только. Но можно себе придумать максимально возможное. Так, больше тут вроде ничего нет. Все, с антителеса я подобрал. Да, подобрал. Вот она пустая лежит. Все, поехали отсюда. Не, никак поехали. К Мишке надо сходить. Поторговать надо. Да, Матыч не все обшарил. Там и патроны могут быть. И что там только не может быть. Так. Патроны, говоришь, могут быть? Ух ты, нихрена себе, как кубыркнулся. Ой, оперный театр. Ребят, а чего у вас так много? Было. Чего у вас так много было? И прошло. О-о-о. Карманный ножик. Так, ножик. Ножик. А как сюда зайти? Вот так сюда зайти, да? И там, видишь, установка, которая разбрызгивает инфекцию. Так, патрон 9-миллиметровый. Так, установка, разбрыкивающая инфекцию. Давай мы ее с тобой отминусуем. Сами пока дальше дом пообыскиваем. Сейчас туман развеется. И мы пойдем проверим, что там она от нас скрывала. О, батарейка, соль. Слушай, батареек уже 9 штук. Слушай, а вот дверь была. Я что-то ее не заметил, когда проходил, да? Ага. Патроны. Ничего. Ничего. Установка, разбрызгивающая инфекцию, скрывала от нас... Ничего, нет, спирт скрывала. О, катана. Катана — прикольная тема. В совокупности с моим рывком. Корм собачий, ветошь. Собачья. Там ко мне кто-то ломится. В игре ломится. В жизни пока никто не ломится. Не предполагается. Но всякое может быть. Так, здесь я все обыскал. Нет, ты здесь вообще ничего не обыскал. Ты тут мимо пробежал, сказав: а, тут еще одна батарейка. Короче, батареек у меня 11 штук. И спирта мне надавали много. Мне, как говорится, тут жить да жить. Канистру надо еще одну поднять, да? Да, надо еще одну поднять. Чтобы у меня был полностью заправлен мой автомобиль. Супер приз авто. Вот соль, блин, соль. Миш, ты бы хоть мясо продавал. Я бы хоть ради интереса у тебя мясо покупал и жарил. Так просто. В планах развлекухи. Что же, Миш, у тебя даже мясо нельзя купить? А какой же ты торговец, Миша? Что у тебя мяском нельзя втариться? Тетрадь. А, кстати, очки знаний теперь попадаются очень редко. Но они, как вы видите, хрен нужны. Да. У Мишки за них ничего не купишь интересного. Я говорю, если бы там было, чем там, типа, за 1000 знаний купить что-нибудь такое, там, какой-то уникальный девайс, там, накопить, купить.
Ага, ружье на стене висит. Не, могло висеть. А, это было ружье Бондарчука, я понял. Ружье, которого нет. Так, ну и все, что ли? Слушай, ну надоело мне тут. О, смотри, этот топор можно взять. Нет, это топор, которого нет. Тогда дайте что-нибудь отсюда. Лом. Там доска была, да? Ну, надоел уже. Все, я уезжаю отсюда. Я тут уже находился, набродился. Все ноги истоптался. К Мишке вот сейчас кое-как проберусь. Чуваки, вы ко мне не подойдете. Ты ко мне не подходи. Вернулись. Однако, что у тебя, Миша, есть? 150 патронов. Это хорошо. Батарейка. Ну, в коллекцию. Оружейный. Ну, возьмем гранат. Ну, возьмем. Так, все, продать тебе, Миш. Так, продать тебе доски. Я пока не буду доски шипами делать. Они мне нафиг не нужны. Так, оружие дальнего боя. Это я тебе продаю. Дробовик. Ну, я из него стреляю, Миш, так что я тебе не продам. Слушай, у нас под 9 мм глок появился. А я его продам. Ты уверен? Ну, а что делать? Карманные предметы. Так, загрязненная вода. Так, сколько у меня там? Вот обезболивающих я вообще никогда не пью. Так, ну, десяток я себе оставлю. Вот, собственно говоря, я Мишке все и продам. Так, 693 у меня. Ну все, валим отсюда. Я думаю, да. Может, ты зря глок продал. Смотри, у тебя 9-миллиметровые еще попались. Слушай, женщина, а ты из ниоткуда появилась? Я видел. 12 батареек. Вы когда-нибудь такое видали? А, за канистры я еще не сбегал. Точно придется мне вернуться где-то у меня в том направлении. Слушай, она, по-моему, была около этого. А, вон она в кустах лежит. Я ее сразу не разглядел. Мясные консервы. С радостью употребим. Собачий корм. И с еще большей радостью употребим. Так, ну что мы имеем на данный момент? Имеем небольшое такое заражение в организме присутствует. Так, движок починить, как новенькая. Машина заправлена полностью. Мы ее заводим. И поехали. И поехали мы в мотель Big Hill. А что я там в этом? Не, поехали сразу в торговый район. Не хочу я в мотель Big Hill. Big Hill и мотель не хочу. Что-то мотель у вас какой-то Big Hill. Да вот же, Big Hill какой-то. Тут смотри, Мишка, но можно мимо него проехать через заставу. И вот так, да? Ну, наверное, да. Торговый район. Поехали. Сейчас проедем вот этот участок. На сегодня закончим данную серию. Так, у меня там катана есть. Поставить себе катану, помахать ей. Она прикольная штука. Слушай, а катану нельзя ни с чем соединить. Не, погоди, тогда катану не будем пока ставить. Вдруг ее можно как-то улучшить, но это вряд ли. Не видел таких рецептов. Ни в каких катан. Там даже лом нельзя улучшить, поэтому... Так, у меня топой. Топой. Боевой топой. Так, оружие дальнего боя. Чем нам с тобой поставить? Ну, на РПХ-то... Ой, слушай, а что я Мишке спортивную винтовку не продал? Не знаю. Давай на РПХ перейдем. Слушай, у меня антивирусол почти кончился. Кстати, да, он у меня вообще уже на из... Че, я его не убил, что ли, этого паразита? Да, вот как раз антивирусол закончил свое действие. Мне бы нового. Мне бы нового. А тут ко мне делегация двигается. Ой, мать вашу! Ой, сколько вас много! Ой, ой, ой! Шурик, погоди. Оружие ближнего боя. Ставим-ка мы сюда, пожалуй, огнемет. Потому что вот это вот большого жарить надо огнеметом. Смотри, жарился. Жарился, однако. Ой, взрывмейстер, най. Ой, твою ж дивизию. Та женщина, которая плюет. Большой, мое почтение. Он что, сгорает или как? Сгорел, да? Так. А там женщина еще, которая плюет. Не отработана как следует. Женщина, вы где? Куда вы делись?
Ни хрена себе, она в меня попала. Да я ж тебя думал, я тебя убил, а? Ну ты чё, мать? Я ж думал, я тебя убил. Я ж тебя столько попал. А тебе всё нипочём. Нехорошо, нехорошо так со мною поступать. Я же в тебя попал, блядь, хер его знает сколько раз. А ты почему-то не померла. Или это была вторая? Может быть, это была вторая. Я в нее попадаю. Мутацию она мне, конечно, подпортила. Мутацию, репутацию она мне, конечно, подпортила. Так, а че вот чувак лежит, а у него ничего нету? Тут у нас ничего нету. Так, тут у нас что? Так, ну здесь антивирусол-то хоть где-нибудь есть. Мне же антивирусол нужен, ребят. Вы же понимаете. Мне больше ничего тут не надо, кроме антивирусола. Отвалите. Так, ты смотри, тут еще в воду не залезь, да? Вот да, кстати. О-о-о. Все, все сгорели. Молодцы. Так, у меня только в огнемете кончается топливо. Рывок, конечно, крутой. Ничего не скажешь. Так, тут не только топливо в огнемете кончается, тут еще и патроны в РПХе кончаются. Кстати, да. Так, вот эта мерзкая женщина, которая меня обплевала и искалечила вообще по-черному. Забрала из меня всю жизнь почти. Так, вопросы. Слушай, где антивирь-то? Вот у меня один вопрос. Где антивирь? Антивирь, где, черт побери, Симо? Нет у меня других вопросов, кроме антивиря. Понятно. Понятно. Слушайте, вы так по мостам хорошо бегаете. Ой, не-не-не, хватит. У меня уже одна всю душу. В душ наплевал уже одна. Так, как бы тебе в тыл-то зайти, а? Чтоб ты не обернулась и не плюнула в меня. А я гляжу, ей-то похрену. Она все равно плюет. Она продолжает свое, понимаешь ли, дело. О, пропанов 5 штук могу сделать. Это, конечно, здорово. А где бы мне антивирусол раздобыть? А то что-то как-то меня уже... прокачали на две клетки мутации немножечко. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. На две клетки мутации меня прокачали. Это кто тут пришел и напугал меня? А все, Шурик. Да, антивири здесь нет. Пообыскивать, если... Пообыскивать, конечно, можно, но, как показывает практика, ничего путного я здесь не найду. Газовый, гаечный ключ, аптечка. Да, аптечка у меня. Мне патронов немножко. Патронов у вас нету. У вас какие-то дурацкие тайники, в которых я ничего найти не могу. Так, это, кстати, та самая женщина. Так, а тут я что могу себе сделать? Так, тут ты себе можешь сделать все, что угодно, но мне это вообще ничего не нужно. Антивирус я сделать себе не могу. Вот это больше всего у меня... Опа-на! Получи вторую мутацию. Когда вы уклоняетесь, у вас оружие перезаряжается. Хорошо, пусть будет. Пусть будет так. Да будет так! Только в лужу не залезь. Я стараюсь не залезть. Так, где тут еще канистра? Нужен нам пункт скросса. Да, нужен. Очень ма нужен ма. Склад.
Склад, склад, склад. Так. А что тут еще в складе? Ничего, понял. А сюда пройти можно? Да вроде да. Пролезть. Слушай, у меня 12 батареек, а? 12 батареек, а? 12, Ватсон, 12 батареек. И нам некуда их реализовать. Да отстань, отстань. Так, а я вот в этом здании так и не полазал. Что там что-то какая-то толпа отовсюду стала выбегать. Потом в меня наплевали мне в душу. Так, это у нас уши. Уши наплевали в душу. Патроны. Вот зря, наверное, Глок тогда выкинул, да? Да, в офисе я вообще не был. Ну, сейчас в офисе, смотри, батарейку найду. Наверное. Так, а, зато здесь народ пострелял. Народ я в офисе пострелял. Так, пропан нашел. Ухо. Так, здесь будет бинты. У меня аптечка. Так. А, ну все, в принципе, офис обысканный. Так, ну вот сюда можно зайти, выбив дверь ногой. Нет, ничего. Кстати, 7,62 патроны тоже давно не попадались, вы заметили? Заметили, заметили, да. Так, Александр. Тачка заправлена. Починена. Мамзель пристрелена. Так, так. Собачий корм, кабачий сорм. Ну, в принципе, можно доехать. Итак, оружие дальнего боя. Оружие дальнего боя. 48 патронов. Маловато, конечно, будет. Ну да ладно. Так, куда же мы с тобой дальше поедем? Нужны пункты скросса. Пункты скросса. Ну, сюда, наверное. Только вот так. А потом не знаю. Потом можно через городскую улицу в убежище, а потом уже на мост. К сожалению, у меня здесь на пути немного лежит пунктов скросса. Мало пунктов скросса. Ну, тогда, если будет... Блин, и патронов у меня еще мало. Если будет мало пунктов скросса, Шурик, тогда надо... Что надо? Ехать быстрее, да. Все, проведение припоручаю вас, дети мои, заклинаю. Остерегайся выходить на болот в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно. Спасибо, кончено.